Всем привет, меня зовут Анна Котова, это мой обзор к сериалу «Столкновение». Ставлю 6 из 10. По саундтрекам качественно, но не запоминающиеся. Сериал написали специально под Кыванча, это видно. С первой серии зацепляют зрителя насыщенностью и динамикой событий. Я бы сказала, закос под что-то американское. Спецэффекты, драки, стрельба в сопровождении волнительных саундтреков. Приправили это драмой, но заявку на победу видим в качестве немалого состава рейтинговых актеров Турции. Но для женской аудитории слишком много драмы, насилия и слез. Именно поэтому 6 из 10. Да, вводят две красивые пары. Основная – это Кыванч Ильчин, называя актеров настоящими именами. Кыванч хорошо играл, прям старался, но игра в одни ворота. Расстояние с партнершей Ильчин Сангу сильное. У Ильчин в паре с негодяем Онуром чувствуется намного больше искры. Все-таки не получается у Кыванча быть любящим мужем в реальной жизни и горячим партнером в сериалах. Несовместимые для него это вещи. Вторая пара сериала – Альперен Мелисса. Вот между ними, да, флирт замечен был. Даже фотосессию на этой волне сбабахали. Красивые. Темпераментами актеры совпали, но типажами не очень. Для такой женственной и слегка агрессивной Мелиссы нужен самец покрупнее, чтобы визуально понимать, что владеет ей он. Даже русская мафия побывала, и персонажи из сериала «Чуку» заглянули. В общем, волнительно, с музыкой и хорошей игрой актеров я ушла в депрессивно-тоскливое состояние. Но очень много драмы, тяжелый для просмотра. Моих рекомендаций не получите. Любовь здесь не победила. Пока-пока.